В Московском дворце УШУ состоялся всероссийский турнир «Связь поколений» и Кубок России по одному из самых популярных в мире видов единоборств. Почти 1000 ушуистов из 42 российских регионов соревновалось друг с другом в дисциплинах таолу и саньда. Соревнования открыли министр спорта России Олег Матыцын, посол КНР в Российской Федерации Джан Ханьхуэй и председатель Президиума Федерации УШУ России Глеб Мазруков. Воспитанники Московского дворца УШУ подготовили для церемонии открытия программу показательных выступлений. Звучали стихи основателя КНР Мао Цзэдуна. Первый день задал тон всей недели соревнований, которые стали для зрителей по-настоящему завораживающим событием. Удивительная и тонкая, как китайские иероглифы, хореография таолу и беспрецедентная борьба боевого направления ушу-саньда едва ли могли оставить кого-то равнодушным. Среди участников как совсем юные, так и опытные спортсмены с мировым именем. Многократные чемпионы мира Сандра Константинова, Павел Муратов, Ильяс Хаснутдинов. Кроме того, в рамках соревнований прошли спортивные семинары президента Федерации УШУ России «8 способов приложения силы в тайцзицуань» и «Винчунь Чи Сао». Ближайшие 2 года по решению лидеров России и Китая пройдут под знаком культурного обмена между нашими странами. А это значит, что ценителей истории и древней культуры ждет еще немало интересных и увлекательных всероссийских и китайских мероприятий.